собираюсь домой. Привет всем. Это, наверное, будет самое странное видео на моем канале. Прошло почти 2 месяца с начала военных действий. Нам повезло, мы вовремя уехали до основных как бы событий здесь произошедших. Ну и спустя 2 месяца вот вернулись, пока только я и тесть. И следующие 2 недели я занимался ремонтами всего и вся. Начиная от окон, ворот, гаражных ворот, калитки. Ну и плюс уборки там, на участке, пчел перебрал. Поснимал немножко всего этого. Поставлю в нарезку. А еще у нас вот такой вот классный сюрприз остался. Но это ремонтировать пока не знаю как. Никак. Потому это я пока трогать не буду. Короче, цветы все. Все цветы на полу. Да. Но зато окно вроде целое. О, даже один выжил. Батареи холодные. Вот такое вот счастье. Сейчас будем убирать. Ну, тоже все выживет, я думаю. Оно вверху зеленое, она сейчас польем и будет жить. Отлично, можно сказать, переживи. Так. Здесь нормально, цветок не снесло. Даже вода в унитазе высохла. Ну, тут как обычно. Вазон... Пустой горшок. Короче, все, что было на подоконнике, почти все на полу и разбито. А здесь кактус. Что-то мне кажется, что он еще и будет жить. Сейчас я его закопаю обратно. Ну, окно нормально. Там фурнитуру сделаем. Орхидеи даже некоторые выжили. Сейчас надо их полить все срочно. Так, орхидеи выжили, на окне, которое было в противоположную сторону от взрыва, ничего даже не упало. У Ромы в комнате, ну почти все живое, я бы сказал. Ну вот это и то живое, сейчас польем. Все выжило. Кактус только загибается, хотя не. А там, где была закрыта дверь, там цветы с окна не послетали. И они даже живые. Ну, к сожалению, далеко не все. Но это вроде мелочи. И вот так вот у нас получилось. Один разбитый, одна подставка разбита, ну и один вазончик сдох. Все остальное попробуем оживить. Это вылетела вентиляция. Оттуда. Офигеть. Так, ну что, рыбки выжили. 10% выжило. Некоторые вон еще такие, а остальных даже не видно. Что интересно, остановился компрессор. Ага. Его забыли включить. Ну, ничего страшного. На популяцию это уже не поменяю. Немножко про окна. С окнами нам очень повезло. Не знаю, правда или нет, но вроде как вот этот вот хрестик, сделанный на окне из малярного скотча, наверное, можно и обычным, но его будет потом сложнее отмывать, очень сильно спас сами оконные рамы, потому что у соседей оконных рам, вернее, сами стекла все битые. А у меня только повыламывало всю фурнитуру вот тут, по кругу, то есть ее повыламывала, кое-где повыкручивала. Так что я, в принципе, вот этими хрестиками спас стекла и заменил только фурнитуру. Ну, кое-где рамы там порвало, но то как бы мелочи по сравнению с заменой стеклопакетов. Так что в интернете вот этот совет я где-то прочитал, и, похоже, он помог. Вот так вот согнуло рычаг ворот. Он типа ровный должен быть. Вот такую вот кучу говна запылесосил. С дома. Жесть, конечно. Это капец. 2 месяца никто ничего не убирал. Чего тут только нет. О, даже еда есть. Рис. А
вот так выглядит сам фильтр пылесоса. Жуть. Вот такие вот у нас реалии. Так что берегите себя, своих близких. Всем пока.